Всем добрый день. Сделал трубку мира. Томагавк. Хотел написать Апачу, не хватило. Ой, вместо написал Апчи, пускай курят. Это Збука. Сейчас я скажу, что я когда делал, ну и не только эти самые трубки, еще что-то делал. Дерево, ну вот так, брусок вот так вот распилили, да? Если я вот так вот выпиливал с торца по волокнам, то у меня трескалось. Кружка еще что-то трескалась. А если, значит, как брусок вот так вот лежал, я вот так вот вырезал, да? И выпилил поперек волокон. Не будет трескаться, наверное, я думаю. И что хотел сказать-то? А, это трубка, ну я ее быстро сделал. Представляете, это она, ну вот до сюда, она на токарном станке все сделала. Ну, короче, 5 секунд, это сейчас расскажу. Быстро сделал. Вот. Другие-то руками. Сверлил я, не помню, каким сверлом. Я, ну, сверлышки короткие, представляете, все по дереву сверла. Да какие, по металлу тоже короткие, такие сверла. Я просверлил, а потом вот эту электродину, ну, не электродину, это не знаю, что, но это с нержавейки, что-то крепкое, не гнется. Заточил, как попало, оно даже горело, видно. И потом просверлил. Если нашел бы тоньше, можно было тоньше. Ну, тонкую-то тяжело, наверное, табаком будет сбиваться. Сейчас расскажу, как обкуривать надо эти трубки. А, лаком этим какого? Первую трубку, которую я покрыл маслом по дереву. Я думал, что за масло по дереву? Прочитал, тренерное масло простое. Так что можно было не покупать дома, подошел иного масла или оливкового, любого, наверное. Какая разница. Обкуривать надо постепенно, чтобы она не лопнула, не прогорела насквозь. Потому что там, короче, пишут как. Там раз 10, одну треть. Вот. Еще руками это, смотри, чтобы не нагрелось. Потом, ну я точно не помню, раз 10 примерно, одну треть. Потом еще раз 10 половину, потом один раз там побольше, и еще, и, ну, короче, со временем, чтобы она обгорела. Сейчас я покажу, как они обгорают. А, нет, никак они обгорают. Как я искусственно, я вот этим наждаком сразу сделал, обгорело, смотрите. Только закрутка у меня на двоих. Вот. Я вот так вот обжег ее все, вон она. Обгорела, табака нет, но курил. Вдвоем курить, правда, надо. Одному не покуришь. А еще у меня заводские есть. А, вот еще какую сделал. Вот это. Я даже не помню, как я просверлил тут. Тут же должно быть вот так и вот так. Отверстий я не вижу нигде. Как я просверлил, вот я не помню. Здесь-то легко. А нет, вот. Здесь тоже вот так вот получается. Вот, вот как просверлил, я не знаю. Ну тут-то нет, тут в одном месте есть он у меня. Вон, этот самый, палочка, как она, 4-миллиметровая для этого, как он называется-то, вон еще что-то такое, а, это крепление у меня, для суши палочки, вот такая 4-миллиметровая деревяшка, так, вот это сейчас ее подцеплю шилом, чем-нибудь вытащу, если надо почистить будет, и раздал я много трубок, у меня еще заводская есть, смотрите, какая красивая, надо будет это реставрировать, заводская, все, так что я попал на трубки. Но я быстро, я сидел, делать нечего. На улице холодно, думаю, пойду-ка я трубку сделаю. Я не знаю, час, наверное, или сколько я могу. Если не быстрее.